Всем привет! На фоне слухов о расставании популярной российской певицы и телевизионной ведущей Ольги Бузовой со своим бойфрендом Давидом Манукяном, звездная пара удивила своих подписчиков новой перепиской в социальных сетях. Влюбленные дали понять своим фанатам, что их отношения еще не находятся на финальном этапе. Блогер Давид Манукян, больше известный под псевдонимом Дава, опубликовал на своей странице в социальной сети новую трогательную сториз. На видеозаписи он представил перед подписчиками в компании Милы 4-летней девочки, с которой, по предположению фанатов, мог познакомиться на улице. Дава пообщался с ребенком, после чего покатал ее на своей новой машине, засняв путешествие на видео. Как после этого можно не захотеть детей? Она такая сладкая, попросила покатать на тачке. Я не смог ей отказать. Просто посмотрите, какие у нее искренние глазки. Забираем? Подписал видео Дава, вероятнее всего, обращаясь к своей девушке Ольге Бузовой. Сообщение певицы не заставило себя ждать. Бузова написала комментарий под записью Давы, сопроводив его словами: «Какая сладкая!» и смайликами в виде ангелочка и сердечка. Запись певицы стала ответом на шуточное предположение Манукяна забрать себе ребенка. Реакция Бузовой на пост Манукяна с маленькой девочкой озадачила поклонников звездной пары. Подписчики предположили, что звезды все-таки до сих пор находятся в любовных отношениях и не спешат расставаться. Если тебе было интересно это видео, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А также переходи по этим ссылкам. Здесь еще много видео, которые могут тебя заинтересовать. Всем удачи! Пока-пока! Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.